Привет, друзья! Это телефон от Samsung, и сегодня я покажу, как на нем поменять нижние кнопки. Вот эти три кнопки, мы их будем менять на жесты. Заходим в настройки. Далее раздел «Дисплей». Опускаем страницу ниже. И нажимаем «Навигационная панель». По умолчанию используются кнопки навигации. Здесь мы можем поменять порядок кнопок. Например. А также использовать жесты. Причем обратите внимание, Samsung позволяет использовать разные виды жестов. Здесь два вида жестов. Есть классические, похожие на те, что есть на iPhone. Они сейчас выбраны, можем попробовать. Кнопка «Домой». Это последнее приложение. Это «Назад». Также можем выбрать второй вариант от Samsung. Вот такой. Проведение от нижнего края экрана. Тоже довольно удобные жесты. Но здесь используются три жеста в нижней части экрана. Соответственно, средний это домой. Правый это последнее приложение. И слева кнопка назад. Какой из этих типов жестов использовать, вы решаете сами. Если не нравится никакой, можете вернуть кнопки. Вот таким образом. Как видите, все это делается очень легко. Если вам помогло это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.